10 декабря около 7 утра в Северском районе у поворота на хутор «Нефтекачка» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. 51-летний водитель, управляя автобусом ПАС, направлялся из гаража на маршрут Афипский-Краснодар. При движении он не справился с управлением и допустил съезд проезжей части дороги и наезд на препятствие. Во время ДТП в салоне транспортного средства находился один водитель, который не пострадал. По данному факту сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего.